По итогам двух дней переговоров между бизнес-кругами нашего региона и бизнес-кругами Словении общее количество участников превысило 100 компаний. То есть это практически 100 потенциальных рынков сбытов, 100 потенциальных партнеров для наших предприятий. Это очень здорово. Мы знаем, что уже по итогам только этих двух дней случились некие договоренности, и компании нашли для себя новых партнеров. Кроме того, мы договорились, что бизнес-круги Словении в ближайшее время посетят Вологодскую область с ответной бизнес-миссией. Мы со своей стороны также подготовим дополнительные компании, которые хотели бы выстраивать такие международные отношения. В целом, хотел бы сказать, что традиционно вологодская экономика остается экспортно-ориентированной. Международные контакты и контракты остаются нормой для наших компаний. И это очень здорово, что они продолжают развиваться, несмотря на внешнеэкономическую конъюнктуру. Россия, российские регионы и страны Евросоюза активно хотят общаться, активно хотят договариваться о новых проектах, о новых поставках продуктов. Здорово, что у нас это получается. Я думаю, что мы на правильном пути. У нас была расширенная бизнес-миссия в этот раз, предприятия из разных сфер. Было несколько предприятий по деревообработке. У нас была представлена наша крупнейшая компания по производству минеральных удобрений, компания «Фосагро». Были представлены IT-компании, компания «Логософт». Также приняли участие наши строительные организации в нашей бизнес-миссии. Предварительно хотелось бы отметить, что наибольшую заинтересованность у словенской стороны вызвали компания по деревообработке и компания по поставке минеральных удобрений. У словенской стороны тоже много интересных предприятий в сфере IT и в сфере производства оборудования для наших, например, пищевых компаний. Это также много компаний, которые занимаются транспортировкой и логистикой в другие страны Евросоюза, потому что Словения находится в очень удобном логистическом местоположении. И вот эти вопросы, безусловно, не останутся у нас без внимания, мы будем в дальнейшем их отрабатывать, поэтому мы будем стыковать наш бизнес, корпорация развития и соответствующее агентство инвестиционное «Словенские» обменялись всеми контактами, и мы будем дальнейшее взаимодействие здесь продолжать.